Когда я захожу в клетку, я как бы осматриваюсь по сторонам, наслаждаюсь моментом. Это причина, по которой я так упорно работал. Это момент, о котором я всегда мечтал. И это то, что я люблю делать. Находиться внутри клетки и слышать, как ревет толпа. И эмоциональное возбуждение на гудящей арене удивительно. Если ты заходишь на эту арену и ты не проснулся, тогда у тебя проблемы. Так что к моменту боя я готов к работе. И о том, что это большое шоу, это UFC. Ты не можешь позволить себе валять дурака. Был момент, когда мне ударили по ноге изо всех сил. Мою ногу просто уничтожали. Я почувствовал хруст в ней. Я такой: боже, что это было? Я как бы подумал про себя. Я двигаюсь вокруг, думаю: окей, я в порядке, я могу двигаться, давай продолжим работать. Моя нога была в херовом состоянии после боя. Но в бою был момент, где я такой: окей. Окей, я в порядке, давай работать. Мое колено в порядке, я могу стоять на ноге. Я не могу двигать ее достаточно хорошо, но у меня есть шанс. Боль — это часть этого спорта. Так что ты привыкаешь к ней и блокируешь ее, и продолжаешь идти вперед. На самом деле ты фокусируешься на поставленной задаче, на том, что тебе нужно сделать, чтобы выбраться из этого положения, будь то контроль руки, или встать на ноги, или выкручиваться, или... Окей, каким образом он нанес мне урон? Окей, нужно не допустить этого снова. И ты как бы... Ты должен делать все эти вещи быстро и естественно, стараясь выжить и одновременно стараясь добраться до него. Если я близко к нему, я чувствую, что я могу положить свои руки на него, нокаутировать его. Я могу швырять его повсюду. У меня просто есть вера в себя, что у меня есть все необходимые средства, чтобы выполнить работу против любого в мире. Так что если я подошел близко, у него проблемы. Если он на дистанции, у него есть шанс. Потому что мне нужно подойти близко, чтобы нанести ему урон. Вернувшись в UFC в бою с Джошем Кошчик, и остановив его в первом раунде, я ощущал себя как: «Эй, вы все, я здесь». Это было здорово, я принял несколько ударов. Он повалил меня на пол, давил на меня. Я почти поднялся, снова оказался на полу, смог выкарабкаться. И все закончилось тем, что я всадил ему пару раз коленом по корпусу. Затем удар рукой отправил его в нокдаун, и все закончилось жестокими ударами. Это то, что я должен был сделать, закончить дело, покончить с этим. Это было отличное завершение, я просто чувствовал, что это должно было случиться еще долгое время назад. Перевод и озвучивание Крылов Михаил специально для сайта mmaboxing.ru.